О, Юлик, привет. Мне, короче, Юлик написал, что у него есть маленький квадрик. Вот вы позырьте, я офигел от его размеров. Это, понятно, не DJI, но если прикрепить туда камеру или вообще камеру со стабилизатором каким-то, то будет вообще отлично. Мы, Юлик сейчас научится на нем летать, а потом может будет цеплять камеру и будет у него видео с воздуха. Он реально круто летает. Я его увидел, я думал, будет не так все прикольно прямо. Оказалось, прям круто. Надо его вот позаряжать отлично, потому что он уже почти садится, и прицепить на него камеру. Свою я по-любому не прицеплю, а у Юлика же экшн-камера в защитном кейсе, так что она у меня несколько раз падала, у меня же была такая же, и с ней ничего не происходило. Мы с Юликом были в ЦУМе и по улицам. Я снимать хотел. Короче, так много иностранцев сейчас гуляет по центру, вообще в принципе. Очень много. В общем, Евровидение хорошо обзавелось иностранцами, и в свою очередь ЦУМ получит большой доход. Ну как? Потно. Были мы с Юликом только что в Цитрусе, меня порадовало то, что там можно снимать и даже поддерживать. То есть прикольно, снимайте, хотите не снимайте. В общем, мы там поснимали не то, что в обычном магазине, очень круто. Мы с Юликом решили сделать фотку, типа я подпрыгиваю, и в воздухе он меня фоткает, потому что тут скорость фоток около вроде бы 11 кадров в секунду, и то есть можно успеть сфоткать любое движение. Поэтому мы решили сфоткать, и в итоге Юлика получилось с первого раза, а я, наверное, раз 20 Юлик меня перефоткивал, потому что каждый раз то у меня рука где-то не те, то я лицо не знаю, как у бабушки сделал. Тупо каждый раз не выходило. Ну и вот мы вроде бы такой нормальный результат сняли, потому что постоянно надо о чем-то париться в воздухе, чтобы нормально снять. В общем, мы приехали на стадион Олимпийский, где хотим вот пофоткаться. Это была наша тут цель. Потом, возможно, Коля сюда подойдет. Мы пришли на наше фирменное поле возле стадиона Олимпийского. Сейчас хотим вот тут вот еще пофотографироваться и погулять, а потом встречаемся с Колей. Все, мы четенько пофоткались. Вот тут вот красивый стадион, и то есть если залезть на эту штуку, то будет видно очень красиво. В общем, у нас за сегодня куча фоток, хоть 2 недели в подряд в Инстаграм фотки выкладывай. Начинаем с того же поля, с которого сегодня с утра и начинали. Мы прикрепили Юлика камеру. Юлик, покажи, как это смотрится. Юлик уже настроил. Вот тут вот оно смотрится даже очень неплохо. Сейчас будем запускать. Это очень круто, вы посмотрите. То есть, где он? Он летит, вот он летит. А на нем камера, то есть у...
Юлика прям как настоящий квадрокоптер, есть супер качеством. И плюс, так как на его камере есть отличная стабилизация, это все потом выйдет очень-очень прикольно. Жива, невредима, мы с Юликом. Юлик, ты теперь профессиональный пилот. Да. Куда в следующий раз полетим? Надо, чтобы куда-то дальше района, знаешь? На Олимпийский. На Олимпийский. Но можно на Олимпийский, а можно еще куда-нибудь, ну не знаю, на Крещатике. Да, вот на было Крещатике. Бы красиво. О, мы тут Дашу встретили, да? Все, Юлик, пока-пока. Пока. Пока. Да когда там? Ну, в общем, в скором времени мы встретимся. Пойдем еще куда-то снимать.